И хотя материнский капитал выдается в Российской Федерации уже 10 лет, вопросов по его использованию до сих пор возникает немало. Ответить на самые распространенные – главная цель круглого стола, организованного Общественной палатой Одинцовского района. Право на федеральный маткапитал имеют женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующего ребенка, при условии, что ранее они не получали сертификат. Получить заветный документ можно через МФЦ, сайт Пенсионного фонда России или через портал госуслуг. В последнем случае в течение 5 дней придется все же наведаться в ПФР, чтобы предоставить оригиналы документов. Прежде всего это паспорт, документ, удостоверяющий личность. Паспорт, свидетельство о рождении всех детей предоставляются. Если это дети усыновленные, дополнительно берутся также свидетельства об усыновлении этих детей. От подачи заявления до получения сертификата пройдет чуть больше месяца. Правда, распорядиться им можно будет только тогда, когда ребенку, в связи с появлением которого женщина получила право на маткапитал, исполнится 3 года. Исключение составляет погашение ипотечных кредитов и также на компенсацию затрат, понесенных на приобретение товара для адаптации детей-инвалидов. Использовать материнский капитал можно для улучшения жилищных условий или оплаты образования детей, а можно увеличить накопительную часть маминой пенсии. В Московской области, кроме федеральной, в течение 5 лет действовала еще и региональная система поддержки семей. Право на получение сертификата имеют женщины или мужчины, в том случае, если он единственный родитель, как уже Ирина Евгеньевна говорила, на детей вторых, третьих или последующих, родившихся вот в этом интервале с 1 января 2011 по 31 декабря 2016 года. Те же, кто имеет право на сертификат, но по каким-то причинам его еще не получили, могут обратиться в Одинцовское управление социальной защиты населения. Главное, чтобы на момент рождения ребенка, благодаря которому появилось это право, мама официально была жительницей Московской области. Если мама в указанный период времени, по каким-то причинам определенным, имея право, не получила свой сертификат, это не значит, что наступит 1 января, и она его не сможет получить. Да, тогда, может быть, у семьи не было планов на, скажем так, жилье, да, или не нужно было получать образование. Теперь ребеночек подрос, мама хочет воспользоваться, пожалуйста, она может также прийти и выдачу сертификата мы будем осуществлять. И также осуществлять реализацию на те цели, которые были сказаны ранее. Областной маткапитал – это 100 тысяч рублей. Женщина имеет право потратить только на образование или улучшение жилищных условий. Все платежи осуществляются по безналичному расчету. Любые же схемы по обналичиванию как федерального, так и регионального сертификата незаконны. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».